Спокойно. Сюда иди, сюда. Когда пойдет первый круг, а я пойду в туалет. Конкурс пар. Итак, приглашается Тайга. Ой, извините, конкурс непризнанных пород. И высокоцветная баллонка. Следующий конкурс готовится пары. Потому что прививка, я не знаю, как это. Итак, третье призовое место — русская цветная баллонка, второе место — американские пули, и победителем конкурса становится Тайган. Следующий готовится пар. А это надо получать? Это на диплом прикреплен. Ага. У меня диплом уже в этом. У меня все в этом, во Владимире уже. Конкурс пар. Дайте, чтобы люди могли выйти. Пучку, пучку, все поближе. Давайте, немножко. Я не платила. Поздравляем. Итак, время приглашаются пары. Сендер Карнов. Сануки. Японская Ита. Брата Итальяна. Кири Блютерия. Немецкий Вольф Шпиц. Уиппи. Японский шпиц. Русская псовая паца. Ньюфаундленд. Такса стандартная жесткошерстная. Кингчарк спаниель. Папильон. Чихуахуа гладкошерстный. Такса кроличья гладкошерстная. Надо куда-то перейти. Уважаемые участники, пожалуйста, освободите вход для участников приринг. Невозможно попасть участникам в приринг. В отборе браки, в отборе таксы. Следующий готовится — питомники. Так, за пределы. Или туда остановись, хочешь? Вот туда, да. Сколько лет вашей ветераны? 10-й год. Да. Итак, предварительный выбор сделан.
что ж, выбор сделан, и на третье место Кинг Чарльз Спаниель. Второе место у нас занимает Браком. И первое место занимают Такси Стандарт, Нужен Кашорсу. Ну где же ваши аплодисменты? Ну что ж такое? К следующему конкурсу готовятся питомники. После питомников у нас готовятся производители. Уважаемые участники, пожалуйста, быстрее делаем фото. Итак, готовятся питомники, судит конкурс Ривацко Масуридзе, Россия. В ринг приглашаются питомники «Американская Акита». Самоед. Кейс-хунд. Басенджи. Тайский риджбек. Нет, девочки, просто очень плохо интернет тянет здесь, поэтому качество не очень. Кинг Чарльз Спаниель. Таксы стандартные, жесткошерстные. И таксы кроличьи, гладкошерстные. Следующие готовятся производители. Сменишь. Прямой эфир. Предварительный выбор сделан. Остальным участникам спасибо. Давайте поддержим финалистов. Пассенджи, самоед и американские акиты. Питомники. Вот это производители стоят. А, сейчас еще до группы дошло. Да, да. Ну что ж, Ривас Ривасович сделал свой выбор. И на третье место у нас Басенджи. На второе место. Нет. Ну и первое место, соответственно, американская Акита. Мы благодарим наших спонсоров, компанию Grand Alpha, которая сегодня спонсирует вас кормами Happy Dog. Снимай я этот. Что говорить? Ничего не говори. Это прямой эфир. Говори, чтобы тебя не перекрыл никто. Ну, засовывай. Спасибо фотографу. И мы приглашаем следующих. Thank you.
Готовится конкурс производителей. Судит конкурс Немани Йованович, Сербия. Блин, приглашаются Лен Бергер. Тайский Риджби. Ну что ж, господин эксперт, внимание на выбор. Идут тайский риджбек. Первое место Леон Бергер. Следующая готовится первая группа. Готовится первая группа, судит конкурс Ривасха Масуридзе, Россия. И приглашается южно-русская овчарка, немецкая овчарка, бордер-колли, Марема Абруцкая овчарка, бородатая колли, колли длинношерстный, бобтейл, австралийская овчарка, польская подголянская, словацкий чувач, бельшкорни пемброк, пули, шиперкен, бельшкорни кардиган, шелти. Голландская овчарка. Готовится вторая группа. Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что юниоры будут проходить по группам. Предварительный выбор сделан. Остальным участникам спасибо. Карина осталась. Они извините. Ну что ж, Ливас Ивазович сделал свой выбор, и на третье место у нас бордер. Бордер.
место у нас. Первое место у нас идет Бердет Толи. Итак, готовится вторая группа. Мы просим судью задержаться в ринге. В ринг приглашаются немецкий Дог, большой швейцарский Зенитун, испанский Мастиф, Доберман, Ризеншнауцер черного окраса, тибетский мастиф, Ньюфаундленд, Ленбергер, бернский Зенинкун, Каникорса, русский черный терьер, пиренейская горная собака, аргентинский дог, Сен-Бернар короткошерстный, пинчер, бордоский дог, уругвайский симарон, немецкий боксер, апицеллер Зенинкун, шарпей, цвергшнауцер перец солью, цвергшнауцер черного окраса, цвергшнауцер черный серебром, цвергпинчер, английский бульдог и Акин Пинчер. Следующий готовится третья группа. Предварительный выбор судьей сделан. Остальным участникам спасибо. Thank you.
красиве. Ну что ж, Любас Леванович сделал свой выбор, и на третьем месте у нас Бердский Зарингун. На втором месте у нас победитель Ньюфаундленд. Ну и победитель второй группы. Замечательный и очень красивый. Сен-Бернар! А хочу напомнить вам, что третью группу у нас будет судить господин Неманья. Приглашается бультерьер стандартный, американский стаффордширский терьер, Керри Блю терьер, ирландский терьер, Бенглингтон терьер, манчестерский терьер, стаффордширский бультерьер, бультерьер миниатюрный, Вельш терьер, пришла? Да. Бордер терьер. До девятой группы я... Джек Рассел терьер. С тобой. Скотч терьер. Вестгалленд Вайт терьер. Норвич терьер. Лейклин терьер. Норфолк терьер. Даша вроде хорошо показалась, да? Готовится четвертая группа. Я вот сюда, видишь, перешел. Угу. Уважаемый. И четвертую группу у нас будет судить господин Душан Паунович. Тот, который завтра нас будет судить в Тибетах, вот он эту группу, вот эту группу будет судить. Он сейчас выйдет. Сейчас третья закончится. Душан Паунович. Ну это русские? Нет, всех. А что, он любит лохматы? Да. О, много он отборка сделал. На третьем месте. Блин, приглашаю.
прошедшие участники четвертой группы. Такса стандартная, гладкошерстная. Пока снимаем вот здесь видно, а потом уже... Такса стандартная, длинношерстная. Такса стандартная, жесткошерстная. Такса миниатюрная, гладкошерстная. Такса миниатюрная, длинношерстная. Такса миниатюрная, жесткошерстная. Такса кроличья, гладкошерстная. Такса кроличья, длинношерстная. И такса кроличья, жесткошерстная. Готовится пятая группа. Ну что ж, Душа Павлович сделал свой выбор. И на третье место мы приглашаем такса миниатюрная, гладкошерстная. На второе место мы приглашаем такса миниатюрная, жесткошерстная. Ну и на первое место мы приглашаем такса кроличья, гладкошерстная. Бенвинтон первый выиграл группу третью. Американская Акита. Паден Бэйби Центр. Маламут. Самоед. Сибирский Хаски. Я призеров не помню. Я помню, что выиграл бенвинтон. Мексиканская голая стандартная. Тайский риджбек. Шиба. Пассенджер. Вольфшпиц. Перуанская голая стандартная. Японский шпиц. Чао-чао. Перуанская голая средняя. Перуанская голая малая. Финские лапы. Шпиц малый. Паденка. Девочки, у меня прямой эфир. Вот чуть в сторону. Да, спасибо. Немецкий шпиц померанский. Следующая готовится шестая группа.
Акита, Хаски. Шиба, Чао. Сейчас увидим. Девочки, бадминтон первый. Кто выиграл? Третью группу бадминтона, вторую, третью. Ты помнишь, кто? Нет. Я не помню. Девочки, не помню я, кто выиграл призовые места. Помню первое место, бадминтон. Ну что ж, выбор сделан. И на третье место Паденька. Паденька португеза. На второе место Хаски. И победитель пятой группы стала американская Акита. Они же были, я не знаю, что это за группа. Это группа, они были. А мы приглашаем. Большая газ. А судить у нас шестую группу будет Златка Йойпич. Ну, что-то прокомментируют. Получается. Малый вандейский бассет Грифон. Рыжий бретонский бассет. Бассет Хаунд. Готовится седьмая группа. Вот туда к стене не уходи. Да я без Wi-Fi. Как я могла иметь что-то ячейку? Сделан до третье место у нас Гастонская Сен-Жонская гончая. Гастонская гончая. Второе третье место занимает Бигль. Бигль второе место. И первое место Бассет Хаунд. И Бассет первое место. Это готовится седьмая группа. Веймарайнер, Спинония, Дратхар, Ирландский, Курцхар, Брак, Английский. На прямой эфир. Значит, Большая Гасконская третья, Бигль второй, Бассет первый. К сожалению, здесь вообще очень плохой интернет. Попробую я выяснить завтра на ресепшене пароль от Wi-Fi. И подключаться к нему, потому что, ну, плохой интернет тут. Поближе. Куда? Здесь нельзя поближе. Веймарайнер. Спинония. Дратхар. Не став, а став. Курцхар. Ирландский красный сеттер. Итальянский брак. Английский сеттер. Сеттер Гордон. Пойнтер. Вышла короткошерстная. Малый Мюнстерлендер.
готовится восьмая группа. Восьмая, я пошла, у меня это десятка. Не ходи близко, она к стене, она виснет прям. Ну ладно. Видел прямой эфир. Итак, третье место вышло. На втором месте у нас спиноны. И первое место занимает Гордон Сеттер. Сеттер Гордон. Итак, готовится восьмая группа. В ринг приглашается прямошерстный ретривер. Голден ретривер. Лабрадор ретривер. Спрингер спаниель. Американский кокер спаниель. Новошотландский ретривер. Португальская водная собака. Ирландский водяной спаниель. Лагота Романьола, английский кокер, кокер Хонде. Готовится девятая группа. Итак, на третье место золотистый ретривер. Звука нет. На второе место спрингер спаниель. Поздравляем американскую кокер спаниель. Что тут, как я сделаю? Где он? Нет.
Я сейчас как посмотрю. А судья, судья 9-й группы Душан Павлович. В ринг приглашается пудель малый классического окраса, пудель миниатюрный черного окраса, пудель той белого окраса, малая львиная собака, тибетский спаниель, шицу, мопс, бишон фризе, кавалер кинг-чар спаниель, кинг-чар спаниель, французский бульдог, бастон терьер, грифон бельгийский, птибор бансон, китайская хохлатая собака, папийон, лхаса апса, японский хин, чихуахуа длинношерстный, чихуахуа гладкошерстный и русский той длинношерстный. Готовится 10-я группа. Итак, на третье место мы приглашаем King Charles Pony. На второе место французский бульдог. Ну и первое место у нас шицу. А где это? Папильон. О, какой красавчик. Все понятно. Готовится 10-я группа. Судит конкурс Златко Юйкич, Сербия. В ринг приглашаются участники 10-й группы. Ирландский Вальхунд. Русская псовая борзая. Афган. Салюки. Азавак. Слюги. Либретка. Готовятся ветераны. Понятно.
Ну и на третье место Афганская борзая. На второе место Азавак. Ну и первое место Русская псовая борзая. А мы здесь что делаем опять? Ветераны. Ага, сейчас ветераны пойдут. Вот наши ветераны. Вот наши. Готовятся ветераны. Судит конкурс Внимание Йованович, Сербия. Пожалуйста, быстрее делаем фото. Ветераны. В ринг приглашаются ветераны. Сибирский хаски. Австралийская овчарка, тибетский мастиф, каникорса, пинчер, бородатый колли, прямошерстный ретривер, ризен шнауцер, американский стопошерстный терьер, сеттер гордон, южно-русская овчарка, немецкий вольфшпиц, Салюки, Кириблютерьер, Пассенджер, Лакота Романьола, Спрингер Спаниель, Цвергшнауцер черный с серебром, Вестхайленд Уайттерьер, Скотчтерьер, Вельшкорги Кардиган, Такса стандартная длинношерстная, Джек Расселтерьер, Такса миниатюрная гладкошерстная, Такса кроличья гладкошерстная, Мальтес, китайская хохлатая собака, грифон бельгийский, чихуахуа длинношерстный, мексиканская, перуанская голая средняя, перуанская голая миниатюрная. Ой, кто? Ага. Следующий готовится юниор. Итак, пожалуйста, внимание, юниоры будут по группам. Остаются только те, кого отобрал судья. Вот это не короткошерстная собака. Но если мы с тобой о нем говорили. По группам, да? Это очень точно. Нет, если ты мне говорил, что у тебя в породе был краткошерстный. А, нет, я тебе про это говорю. А, нет, это длинношерстный. Группу она выиграла, да? Да. Скользко.
Подожди, поезды не закрыты. Лучший ужин. Классный кот. Пожалуйста, мы просим вас сделать круг почета и покинуть главный ринг. И на третьем месте американская акита. Резерв местных шоу. Бедден Колли. Шицу.
поблагодарим наших спонсоров торговой марки Happy Dog и Best Dinner. Большое спасибо нашим судьям, стойко выдержали сегодняшний выставочный день. И, конечно, большое спасибо вам, участники. Мы будем рады видеть вас вновь на выставках Российской Федерации охотничьего собаководства. Итак, наши победители — Шицу, первая, вторая — бородатая Колли, и третье место — американская Акита. Гладкошерстная. Финальный Best in Show. Извините, опять накладки с интернетом. Победитель меня. Пятой группы. Есть Акита. Эфир на моей странице. Какая-то часть. Победитель шестой группы — Бас и Краун. Победитель седьмой группы — Сеттер Гордон. Победитель восьмой группы — американский кокер спаниель. Победитель девятой группы — Шицу.